подавительное упражнение. Работает верхняя часть корпуса. Поднимается наверх и раз, два, еще выше, и раз, два, и раз, два. Это ребенок делает самостоятельно. Также задняя часть корпуса с ногами. И раз, два, и раз, два, и раз, два. И только после этих упражнений мы соединяем и ручки, и ножки. И раз, и два.